Дорогие друзья, добрый день. Сегодня на распаковочке у меня вот такие 5 устройств. Подписывайтесь на канал, переходите на мой канал. Там очень много распаковок, вейп-устройств, гаджетов также новые. И также обзоры автомобилей там. Распаковочка всяческих устройств там, короче, присутствует. Подписывайтесь на канал. Так, давайте начнем мы все-таки вот с такого устройства. Это Smont Night 40. Это устройство вышло совершенно недавно, буквально зимой. Вот такая вот у нее коробочка интересная. Дизайн. Что тут у нас на торцевой части, точнее на фронтальной? Указано, сколько ватт, здесь 40 ватт картридж, тут объемный, 3,5 миллилитра, и вот этот Aviabel, что-то, это, видимо, режимы разные. Тут ничего нет, тут просто моделька компании. Сзади у нас, как всегда, указано место производства. Также комплектация, что тут у нас, сам девайс, один испаритель на 1,1 Ом, карта... Как это назвать? Гарантийная карта, короче. Картридж на 0,35 Ома. Type-C USB. Карта сертификации. И инструкция. Производство в Китае, в провинции Гуандонг. Провинция, бля, нихуя себе. Официальный сайт указан, smont.com. Тут штрих-код и проверка на подлинность. На официальном сайте можно проверять их. Открываем коробочку. Вот у нас такая вот херня. Тут показывают краткую инструкцию, как залить картридж и жидкость, и испаритель поменять. Так, вот тут все очень просто. Ничего интересного совершенно здесь нет. На китайском языке все. Гарантийная карта. Влагозащита. Само устройство. О, блять, тут что у нас? Сейчас посмотрим, что тут у нас. Тут у нас идет испаритель на 1,1 Ома. В таком пакетике. USB кабель. USB кабель вот такой вот длины. И само устройство. Объем бака здесь 3,5 миллилитра. Посмотрим, испаритель тут есть или нет. Испаритель тут в комплекте уже есть. Вот такой вот он. S4. В принципе, бачок нормальный. 3,5 миллилитра. Жидкость заливать вот отсюда. В эту дырочку. Мощность у него хорошая. Все-таки 40 ватт. Блять, об этого... Магнит слабенькие, не такие крутые, короче. Ну, устройство такое чуть-чуть прозрачное, внутри все видно. Все внутренности. Чип туда-сюда. Тоже включается 5 нажатиями. Вот тут максимальная мощность уже установлена. 40 ватт. В принципе, так вот регулируется. Чек антомайзер. Ну, короче, вот такое вот устройство, господа. Давайте сравним его с Vaporesso Extra. Vaporesso Extra. Вот такой вот Vaporesso Extra. Сейчас я сравню с другим прозрачным устройством. Это Jailbox.
Вот Jelly Box. Тоже прозрачное устройство. Тоже два прозрачных устройства. Дорогие господа, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.